Здравствуйте, уважаемые зрители канала Хобби Уральцев. Вот и пришло время собирать урожай винограда. Ну, я, конечно же, сейчас пошутил. На самом деле мы лишь только пришли нормировать наш виноград гроздями. У нас прошло опыление. Опыление прошло замечательно. Все наши меры, которые мы сделали, сработали. Поэтому теперь пришло время лишнюю нагрузку с кустов нам убрать. Кстати, если вам интересно, как мы улучшали опыление, да и вообще, если вам интересны ролики по выращиванию винограда, то ссылки есть внизу в описании, также появляются вверху в виде подсказок, ну и все видеоролики по винограду можно найти в соответствующем плейлисте. Несмотря на все погодные условия, то есть было и прохладно, было и жарко, было и безветренно, как вот сейчас, но тем не менее наши меры сработали, и виноград в большинстве случаев опылился очень хорошо. И вот тут бы казалось, нужно радоваться и все, что у нас опылилось, оставить. А нет, тут совершенно нельзя жадничать. Да, конечно же, я понимаю, когда вы сейчас будете видеть такую картину, когда целые грозди обрываются и складываются вот в это ведро, можно схватиться за сердце. Нет, к этому нужно относиться абсолютно спокойно, а самое главное, разумно. Нужно понимать, что виноград любую нагрузку выносить не сможет. Если вы в северных условиях, таких как у нас, перегрузите виноград, то вы урожай в этом году не получите, он не успеет созреть. Не получите ни крупных ягод, не получите ни крупных гроздей. А самое, что плохое, у вас не вызреет к осени лоза. Потому что все эти вещи взаимосвязаны. А если у вас не вызреет в этом году лоза, то на будущий год вы урожай тоже не получите. Поэтому нужно ко всему подходить именно разумно и понимающе. Ничего страшного в том, что вы срежете половину гроздей, не будет. Зато у вас будут крупные ягоды, крупные грозди. Созреет виноград пораньше, созреет лоза пораньше. И все это очень важно. И самое главное, что на будущий год все это нам пригодится. При нормировке винограда урожаем нужно соблюдать золотое правило. На один побег оставляйте 700 грамм, килограммовую гроздь, этого вполне достаточно для северных условий. Для южных условий, конечно, там нормировка будет побольше. Солнышко у них побольше и погодные условия совсем не такие. Для нас же этого вполне достаточно. Если у вас гроздь грамм 200-300, ну оставляйте 2-3 таких грозди. Если 500 грамм, то можно оставить 2 грозди, потому что нижняя будет 500, верхняя будет грамм 300. Тоже в килограмм мы вкладываемся. Это золотое правило. Всегда вас оставит с урожаем и всегда у вас вызреет лоза. И как вы видите, виноград в принципе неплохо опылился. Вот эта вот кисть такая очень хорошая. Грамм 700-800 ягод тут в итоге будет. И вторая гроздь у нас тоже в принципе опылилась. И в ней будет тоже грамм 500, а то может быть и больше. И вот такую нагрузку, вот такой вот побег. А сейчас он явно остановился в росте, хотя и коронка загнута. Это большая нагрузка для такого побега. Поэтому жадничать тут не стоит. Все, уже ягодки видно, они не отпадают. То есть, ну, трясете, что лишнее отпало, то отпало. Но видно, что опыление есть. Когда эти ягодки все набдуются, а они будут такие почти, ну, минимум с 2-рублевую монету. То есть, представляете, какая тут будет картина? Красота! Этой нагрузки для вот такого побега вполне хватит. Вторую гроздь обрезаем, не жалеем. Дальше смотрим. Вот тоже отлично опылившаяся гроздь. Тут уже все ягоды почти сгорошены. Ну, видно, что больше никакой осыпания не идет. Вот этот усик уберем. Ну, зачем нам такой? Тут ягодки гораздо крупнее. Ну и вот вторую гроздь, конечно, не жалеем, обрезаем. Если бы у нас эта гроздь вся осыпалась и не завязались бы ягоды, мы бы оставили эту. Ну, пусть тут грамм 500-400, но урожай бы был. А если бы мы убрали до цветения вторую кисть, то мы могли бы остаться и без урожая. Дальше, конечно, вот эти вот грозди не очень хорошо находятся, но в принципе обе грозди очень хорошо опылились. Тоже не будем перегружать. И вот тут, конечно, вообще очень сложно выбрать.
и та гроздь хороша, и эта. Но здесь ягодки чуть крупнее. Ну, чуть-чуть пораньше. Это, скажем так, более сильно опыленная. Тут ягодки будут чуть-чуть помельче, потому что их больше. Поэтому вторую гроздь тоже обрезаем. Хотя, вот эти вот, по большому счету, грозди абсолютно равнозначны. И если бы у нас первая гроздь плохо опылилась, мы бы, конечно, вот эту оставили. Видно, что ягодки тут чуть поменьше, она попозже цвела и была в более благоприятных условиях, нежели вот эта гроздь. Ну, в принципе, вот такого опыления вполне достаточно. Увеличите каждую ягодку вот до такого размера, и вполне рисуется красивая картина. Вот тут тоже посмотрим. Первая гроздь и вторая. Казалось бы, вот эта гроздь не очень большая. То есть для обычного винограда это было бы 400-500 грамм. Но нужно знать тоже сортовые особенности. Это сорт Талисман или Кеша 1. Тут ягодки нальются в теннисный шарик. То есть, ну, представляете, вот такие вот штуки будут каждая ягодка. И гроздь-то получается очень даже ничего. Поэтому верхняя, пусть она и поменьше, и вроде бы как бы, может быть, ее и выкормила бы этот побег, но нужно убрать. Жадность тут ни к чему. Если бы мы не убрали вторую кисть, то нагрузка бы делилась на эти две кисти примерно равномерно. И никаких бы теннисных мячиков мы здесь бы не увидели. А увидели, ну, обычный виноград. И свои сортовые особенности он бы не показал. Поэтому обязательно нормируйте виноград кистями. Вот второй вариант. Верхняя кисть, в принципе, и опылилась, да и крупнее нижней. Такое бывает редко, но бывает. И, конечно же, оставив две кисти, у нас всегда есть выбор. Мы выберем эту покрупнее, а которая поменьше, хотя она и первая, обрежем. Вот тоже интересный момент. Убрав мы сразу же бы верхнюю гроздь, мы бы не знали, что она крупнее нижней. И урожая с нее мы получим чуть больше, но она будет красивее и более нарядно выглядеть. Вес будет иметь чуть-чуть посолидней. Но можно и даже оставлять не просто, допустим, по весу грозди, но и по красоте. Скажем, тут такая более раскидистая гроздь получилась. Тут она классическая, в виде елочки. Можно и по красоте тоже определяться. Но опять же, в зависимости от сортов, в зависимости от того, какие у сорта кисти, какие ягоды, конечно же, тоже нужно быть разумным. Вот здесь бы казалось, что у нас две кисти, но кисти на самом деле очень маленькие. Тут нижняя, может, грамм 200 будет, а верхняя, ну, не знаю, даже грамм 50, может, чуть больше. То есть, ну, тут уже нормировки никакой не надо. Для начинающих вот такие сорта, может быть, и самое то. То есть, тут ничего делать не надо, оставь все как есть, и будешь с небольшим урожаем. Еще есть такие сорта, которые опылились не просто хорошо, а супер хорошо. То есть, ну, увеличьте вот каждую ягодку тут вот до такой. Что тут будет? Будет очень плотная гроздь. Мало того, что ягоды, когда начнут наливаться, они будут давить друг друга. То есть, ну, вот такое вот супер опыление тоже нехорошо. Ягодки тут как ни тряси, ничего не отпадет. Вот такая вот плотная гроздь, конечно, недопустима. Я не могу допустить, чтобы у нас ягоды давились. Если это сделать, то мы потерять можем вообще всю гроздь. В этом случае нужно часть ягод срезать. Конечно, это удобно ножничками делать. Но у меня ножнички хорошо заменяют секатор. Обрезайте практически половину ягод на этой грозди. То есть нам нужно тут пронормировать уже нагрузку ягодами. То есть мы немножко разрежили вот этот сегмент. Ягод у нас не так много. Можно немножко резануть с той стороны. Тут уже с опытом потом у вас придет понимание, как нальются ягоды, как нужно вырезать. Но обычно, чтобы не мучиться, вырезает примерно одну половину сегмента. А вот эти вот ягоды, которые остались, они, постепенно увеличиваясь, затянут пустое пространство, и уже гроздь будет выглядеть отлично. Если этого не сделать, то от такой плотности ягод у вас, во-первых, срок созревания затянется, то есть вы не получите его в нужное время, урожай, а получите гораздо позже. Во-вторых, ягоды вы все равно будете убирать, чтобы они у вас не трескались. То есть уже будет потеряно питание, уже будет потеряна энергия растения, и все будет это потеряно зазря. А если вы сделаете это сразу, вот в таких вот хорошо
очень хорошо опылившихся кистях, то, естественно, вы не потеряете ни питания, а вот эти вот все пропуски, которые мы вырезаем, прекрасно затянутся. Не беспокойтесь. Бывают и вот такие вот варианты. При очень хорошем опылении нужно немножко прорежать грозди. Вот у нас виноград прошлогодней посадки. Садили мы его осенью, и в этом году он уже дал сигналочки. Конечно, чтобы наш куст хорошо развивался, вот эти сигналки вообще, в принципе, нужно удалить. Но для того, чтобы проверить сортность, для того, чтобы понять, действительно, соответствует ли параметрам вот эти вот гроздочки, вот этот вот кустик, нам хочется оставить, ну, вот хотя бы чуть-чуть для проверки. Можно оставить. Вот видите, гроздь, она состоит из 4 больших сегментов. И для того, чтобы проверить сортность, достаточно оставить один. Оставим вот этот сегментик. Тут будет, ну, буквально еще вот эти вот маленькие ягодки опадут. Ну, несколько ягодок. Грубо говоря, с десяток. Больше не надо. Эта мини-гроздь не будет мешать расти побегам. Не будет мешать их задерживать рост и вызревание, что очень важно в этом году. Но и проверить сортность мы сможем. А вот эту вот большую, конечно, часть уберем. Для него это будет неподъемная вещь. Но в то же время мы будем все время смотреть на коронку. Если коронка разогнется, значит, для него и эти ягоды тяжеловаты. Ну, просто-напросто лишние ягодки отщипнем. Оставим 2. Даже по 2 ягодкам уже можно будет судить, что это за сорт, какие у него размеры ягоды примерно, какая будет гроздь. Все это уже можно будет сказать. Не жадничайте. Проверьте сортность. Но не перегружайте ваши молодые кусты. Итак, поработали. Вот такую вот красоту мы вырезали. Еще красивее осталось. Хватит. Жадничать не будем. И вы не жадничайте. Потому что, ну, вот такие вот грозди. Тут, конечно, их несколько. Но вот такая вот гроздь. Она где-то уже кило 200, а может даже и 1,5 килограмма, когда все ягодки нальются. Точно такую же я оставил. То есть на один побег у нас было почти 3 килограмма. Ну, конечно, где же побег такую нагрузку выдержит? Когда эти ягоды созреют? Да никогда. В наших условиях они просто-напросто не созреют. В лучшем случае только лишь окрасятся. Этого допускать ни в коем случае не стоит. Поэтому, как бы ни казалось жалким, такие красивые грозди, но все это пойдет у нас в компост. А лучший урожай мы оставили на побегах. И он быстрее созреет, быстрее нальется ягода, быстрее окрасится и будет более сладкой, более вкусной. Не жалейте. Срезайте лишнее, оставляйте лучшее. Ну а теперь, если вам понравилось видео, ставьте палец вверх, пишите комментарии, задавайте вопросы, поделитесь своим опытом, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Успехов и до новых встреч!